На перроне Славянска сегодня особенно многолюдно. Для местных жителей это беспрецедентное событие. Впервые за 30 лет железнодорожный вокзал отремонтировали. Вице-премьер-министр Борис Колесников рассказал, что вопрос реконструкции этого узла назрел давно. Ведь Славянск – одна из крупнейших железнодорожных станций области. К тому же она соединяет восток и запад Украины. Входит в транспортный коридор Львов-Киев-Донецк. Мой смысл был, если вы помните, в объединении железнодорожного вокзала с автовокзалом. И такую практику мы будем развивать, так мы оптимизируем затраты, минимизируем затраты. По сути дела, мы полностью готовы к QR-коду, и, наверное, с 1 декабря вы можете, имея смартфон, просто с телефона снять свой билет, и стюард считает его в вагоне. То есть полностью уйдем от бумажных документов. Вместе с руководителями области и Укрзалезнити Борис Колесников вручил символичный ключ от обновленного вокзала. Мария и Нина часто приезжают в Славянск из Горловки по делам. Сегодня они стали одними из первых пассажиров обновленного вокзала. Говорят, и здание, и перроны просто не узнать. Очень богатый, удобный. Такой удобный, платформы такие красивые, крыша. Ой, да все. Ну чем плохо? Мы на улице сидели ночь, холодно было, а теперь будем в здании. На реконструкцию потратили 52 миллиона гривен, рассказал руководитель железной дороги. Увеличили количество железнодорожных путей, сделали капитальный ремонт здания, завезли новую мебель, обновили оборудование. Говорят, вокзал в Славянске теперь полностью соответствует европейским стандартам. И вы помните, что здесь было? В каких условиях здесь были пассажиры? Не был разделен пассажиропоток пригородный и дальнего следования. Были постоянные толчаи, толкучки и так далее. Мы должны делать все по европейским стандартам. В первую очередь украинцы должны уважать себя. После обновления железнодорожники надеются, что и количество поездов, и пассажиропоток увеличится в несколько раз. Новый вокзал теперь может принимать до 10 тысяч человек в сутки. Также в ближайшее время пообещали поднять зарплату работникам железной дороги Славянска. Ольга Шилкина, Евгений Красюков, «Панорама».